такие запчасти здесь. Сейчас пойдем дальше. Тут моторы. Вот мне как раз кое-что нужно из моторов. А точнее, мне нужны кабеля. Вот оно все. Да, где теперь тут мой мотор найти? Ладно, пойдем дальше посмотрим. Вот машинка на разборку. Volkswagen. Opel. Моторы, моторы. Renault. Mercedes битый. Все. На свалку, в разборку. Вот еще моторы. О, BMW-шный хороший. О! Volkswagen, ну что так? Даже жалко такой. А вот капотики. Ауди, 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 ауди. Наверное, в России такие тачки бы еще можно было восстанавливать. Но здесь за них не берутся. Здесь, если машине, блин, больше 10 лет, и у нее мотор сломался, ее просто выкидывают. Вот еще неплохой был маленький Лупо. Но его разбили в хлам. Вот еще один. Разбили в хлам. А вот X5. Или все, что от него осталось. Причем был с правым рулем. Какой-то английский, блин. Купешка. Thank you.
не вижу нужной мне машины. Мне нужно Renault Twingo и кое-какие мелочи от нее. Вот она. А мотора тут нет. Ну да, мотор придется искать в контейнере. Mitsubishi. Да. Вот такой тут полный хлам. Короче, буду искать в контейнере мотор, снимать провода. Вот. Ну, короче, я заканчиваю видос. Примерно показал. Это маленькая свалка, бывает намного больше. Здесь практически нет машин, которые продаются целиком. Вот, ну, я думаю, что как-нибудь попадем и на большую свалку, где они есть, посмотрим, за сколько можно купить. Ну, я знаю, что в Германии можно ходовую машину нормальную с техосмотром купить даже за 300 евро. Ладно. На этом все, заканчиваю. Всем удачи.